Запорожские велосипедисты разрушают стереотипы. Кто сказал, что в снежную погоду нельзя кататься на велосипеде? Не только можно, но и нужно, говорят любители двухколесного транспорта. А чтобы удовольствие получали не только участники процесса, но и наблюдатели, решили порадовать горожан велопробегом Дедов Морозов и Снегурочек. Мы вот уже второй год проводим такой пробег. Вот, Дедов Морозов, Снегурочек. Дарим новогоднее настроение жителям города нашего. Вот. Хотим еще раз показать, что мы есть, мы велосипедисты. Вот. Мы можем не просто ехать, крутить педали, мы можем еще и поздравлять детишек. Ну, собственно, получаем удовольствие, вот, и дарим его другим. Минусовая температура и снег, который накануне выпал в Запорожье, не помешал нескольким десяткам велосипедистов осуществить свою идею. Участники парада говорят, без велосипеда себя уже не представляют. И как еще встречать Новый год, если не на двухколесном транспорте? Я увидела фотографии с прошлого года, мне очень понравилось, тоже захотелось такую фотку. Это главная была причина. Потом мне скинули ссылку, ну как не поддержать своих же ребят. Мы катаемся большой компанией, как бы идея хорошая, тем более вчера катались по острову Хортица, выпал снег, а мы погоды не боимся, поэтому вот мы здесь. Велосипед я 6 лет, ну за последних полгода велосипед это моя жизнь. Так как все свободное, абсолютно все свободное время провожу именно на нем. Велодеды Морозы и Снегурочки проехались парадом от проспекта Металлургов до площади Фестивальной к центральной городской елке. Необычная колонна вызвала немало улыбок среди запорожцев. Автомобили и маршрутки сигналили, прохожие пытались запечатлеть процессию на телефоны. А участники велопробега, кроме позитивного настроения взрослым, дарили конфеты ребятам, которых встречали по пути. Идея, вот натхнение родилось еще в том году, а в этом году, как традиция, уже понесло, просто понесло. Дальше люди спрашивают, вы будете, не будете, конечно, будем проехаться, поздравить людей с наступающими праздниками, развеять немножко вот эту грусть, тоску, наоборот, улыбок принести побольше, радости, детей поздравить, просто саму поднять настроение. Плюс велосипед все-таки, это здоровый образ жизни, естественно, не хочется закрывать сезон. Новым годом!